Режиссер-документалист Эрнесто Галиотто летел на самолеты над пляжем в Рио-де-Жанейро и фотографировал происходящее на большую зеркальную камеру. Потом он решил записать видео на свой старенький iPhone 6s, в один момент смартфон выпал из рук. Этот момент, когда Галиотто выронил смартфон, попал на видеокамеры в кабине самолета. Когда Галиотто приземлился, он попробовал отыскать смартфон с помощью приложения «Найди iPhone». Оказалось, что устройство не разбилось и даже не потеряло сигнал, поэтому его быстро нашли. iPhone, несмотря на возраст, оказался полностью цел и продолжает работать. Из защиты у него был обычный силиконовый чехол и пленка на экране. Похоже, что ему просто повезло упасть на сырой пляжный песок, хотя он пролетел 600 метров. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.